Программа образовательного семинара БРСМ насыщена. Она включает в себя как теоретические, так и практические занятия с приглашением представителей Белорусского института стратегических исследований, Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований. Молодежные лидеры побывают на республиканской молодежной стройке и передадут на строительство Центра воспитания молодых патриотов очередной сертификат на 50 тысяч белорусских рублей. А в рамках международного историко-патриотического проекта «Цифровая звезда» установит стилизованную табличку с QR-кодом. Семинар, конечно, является командообразующим программным мероприятием, которое позволяет ребятам разнакомиться, пообщаться, обменяться практиками, опытом. Тематические блоки руководителей направлений, проектной, программной деятельности позволят ребятам расширить и те знания, которые необходимы им будут в регионах в работе с молодежью. Сейчас, как никогда, важно, конечно, сделать акцент на работе с трудящейся молодежью. И в этой связи семинаром запланировано посещение 5 крупных первичных организаций реального сектора экономики. Мы стоим на пороге очень важного события, мы стоим на пороге электоральной кампании, и, конечно, эти молодые люди тоже будут работать с молодежью в части объяснения необходимости участия в избирательном процессе, участия в выборах как местного уровня, так и республиканского уровня представительных органов власти и законодательных. Поэтому тоже считаем своевременным, важным эту инициативу для того, чтобы мы могли в очередной раз мобилизирует всю нашу молодежную общественность. Внимание нынешнего обучения сосредоточено на предстоящей электоральной кампании. В рамках семинара в Брестском облсполкоме прошло заседание республиканского штаба БРСМ по участию молодежи в кампании по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва и местные советы депутатов 29-го созыва. Союз молодежи пригласил на свой форум, посвященный электоральным кампаниям, которые пройдут в Республике Беларусь в качестве эксперта, в качестве спикера, и мы поделимся своим опытом формирования личного бренда кандидатов в депутаты в медийном поле, в социальных сетях, на интернет-площадках, работе с лидерами общественного мнения для того, чтобы привлекать аудиторию к своим сообществам, к своим округам, к проблемам своим округам, проблемам молодежи, для того, чтобы будущие кандидаты в депутаты, которые будут выдвигаться от Союза молодежи, которые будут поддерживать и оказывать поддержку кандидатам в депутаты в Палату представителей, могли грамотно выстроить свою работу, в том числе и в новых медиа. Уже завтра участники семинара познакомятся с работой с молодежью в трудовых коллективах на примере предприятий Брестской области. Свою деятельность презентуют активы первичных организаций БРСМ «Брестэнерго», «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», «Брестгазоаппарат». Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, новости Бреста.